Всем здравствуйте, меня зовут Ефимова Анастасия, я тренер групповых программ. И сегодня я вам покажу упражнения из дыхательной гимнастики по методике Стрельниковой. Эти упражнения помогут обогатить ваш организм кислородом, улучшить настроение, дать вам заряд бодрости. Лучше всего, если вы будете выполнять их с утра, желательно на свежем воздухе, либо просто стоя у окошка на голодный желудок. Итак, первое упражнение. Встаньте. Поставьте ладони примерно на уровне плеч, локти в стороны. На вдохе мы будем сжимать кулаки, на выдох раскрывать ладони. Очень важно, чтобы вдох был резкий. Выдох будет проходить самопроизвольно. Вдыхать вам ничего не нужно, просто... Итак, на вдох сжимаем, на выдох разжимаем ладони. Делаем по 8 раз. И второй подход. Хорошо. Вы можете почувствовать легкое головокружение, это нормально, это за счет того, что поступает кислород в мозг. Третий подход. И последний, четвертый. Хорошо. Если вы чувствуете, что головокружение усиливается, вы можете сесть, либо просто отдохнуть, постоять, подождать, когда головокружение закончится, и тогда переходить ко второму упражнению. Второе упражнение. Руки у вас свободно висят вдоль корпуса. На вдох мы делаем поворот головы, на выдох к центру. И на вдох поворот в другую сторону. Не делайте резких движений в шейном отделе, но достаточно быстрое движение. Итак, поехали. Восемь. Это первый подход. Всего также будет 4. Приготовились. Это был второй. Еще 2.3. И последний раз. Хорошо. Это был второй комплекс. Кстати, эти упражнения еще помогают бороться с аллергией, особенно когда начинается цветение, весеннее. Попробуйте и убедитесь на себе. Итак, третье упражнение. Руки держим, предплечья параллельно полу. И упражнение называется «Обними себя». Мы локти сводим к центру, обратите внимание, так, чтобы один был над другим. На вдохе, на выдох просто разводим в сторону. Опять же, мы не выдыхаем. Выдох будет самопроизвольно проходить. Итак, первый подход. Восемь раз. Поменяйте руки. Левая над правой. И второй подход. Хорошо. Третий. Также, если голова начинает кружиться, отдохните немножко. Третий. Хорошо. Руки поменяли. И последний подход. Если вам это очень быстро, можете делать помедленнее. Последний. Плечами, глубокий вдох и выдох. Пусть эти упражнения помогут вам обогатиться хорошим настроением и зарядом позитива и бодрости на весь день.